хочешь выйти там с кем-то. Только открывался Харков. Да, типа уже с Добряком, уже не с Корнеем. И он еще моим менеджером представлялся. Подожди, тебе предложили с Добряком сразу? Да, да. До да. конфликта? Чувак, ты подожди, ну ты же знаешь, что по-любому же наверняка, что конфликт, типа, ну это же сценарий. Типа, у меня не было с ним никакого конфликта. Типа, шапку снял, это сценарий был? Они как говорили про сценарий? Типа, он подойдет к тебе, толкнет и спросит за клип. Я говорю, ну серьезно, он будет как так выглядеть перед всеми. Какой клип? Он вообще какое отношение к клипу имеет? Ну, он, я, конечно, понимаю, может быть, это у них там у всех. Ты сейчас серьезно ты говоришь? Это сценарий был? Ты должен был прийти попахивать, оттолкнуть? Ну, что-то должно было получиться. Я пришел туда, говорю, я приду попахивать, хотя бы, чтобы всех спровоцировать, и буду тогда негативной такой личностью. Он пусть подойдет, тогда хотя бы спросит за головной убор, потому что за клип, типа, ну, это вообще, типа, стрём. Они говорят, ну, да, согласились. И вот он.